Наш номер 147. Здесь находится ванная. Здесь у нас столик для, не знаю, для вещей, для наших. Ну или так можно привести себя в порядок. Воды у нас, смотрите, какая артиллерия. Здесь шкаф. Вот здесь у нас навалено все. Здесь такая табуреточка, пуфики. Единственное, здесь раздолбанные гнезда-розетки. Очень трудно поставить на зарядку что-то. Здесь телевизор новый, небольшой, но новый. Здесь у нас тоже немножко воды. И бутерброд мой приехал Hello. Неделю назад из Москвы. Это кровать мы соединили, они вообще две отдельные здесь. И Кристинкина кровать одна здесь. Кондиционер уставший, кое-как дует. Нам вот тут что-то ремонтировали, наверное, 3 часа тут что-то ремонтировали. Но сейчас сентябрь, и так прохладно, поэтому он особо не нужен, но мы включаем его. Так, здесь тоже телефон. Можно позвонить в Москву Владимиру Владимировичу. Столик, утюг наш. Кстати, ни чайника, да, ни фена не было. Фен по заявке приносит. Вот такой вот фен. Здесь нет сейфа. Давно не встречал такого. Но есть сейф на ресепшене. Так, ну это ванная комната. Здесь, в принципе, зеркало. Вода. Ну, не особо быстро течет. Там в душе гораздо больше течет. Конечно, такое немножко, как я называю, подуставшее. Такой вот номер. Бесплатно достался, но со второй попытки. Первая попытка у них провалилась, когда мы приехали. Да, 211 тысяч на троих, на 8 ночей. Пойдемте сходим на балкончик. Мы на первом этаже находимся. Были мы, смотрели номера и на втором этаже, здесь у меня вещи сушатся. Но в целом все и так понятно. 3 стула, столик. Прикольно посидеть, но я, брат, ни разу не сидел. Потому что это, ну, смысла особо не вижу здесь сидеть. Я хожу встречать рассвет на море. Ну вот солнце еще не встало. Уже мухи какие-то меня достали. Вон оно встает. Вот здесь находится ресторан. Получается слева. Слева от ресепшена. Сейчас посмотрим, что здесь дают на завтра. Вот это здание. Здесь такой водопадик. Места здесь, кстати, всегда есть. Есть такой зал общий. Можно вот там сидеть, и там еще одно место есть. Здесь круассаны, выпечка. Здесь все раздают сами официанты. Здесь яичницу жарят. Здесь тоже вот какие-то пюрешки, сосиски, картошка, яйца. Что? Здесь оливки, кстати, маслины очень вкусные тоже бывают. Все очень-очень вкусно. Ну, сами видите, в общем-то, что здесь есть. Ну, здесь тоже всякие джемы. Глядите, хлеб и 2 кофемашины. Ну, вот такой вот завтрак я себе взял. Сырок, джем, капучино. Жена взяла салатик, хочет найти масло. Такой вот здесь зал, там тоже можно, в принципе, сидеть. Вот там еще есть закуток. То есть достаточно прикольно. Еще хорошо, что здесь в обед напитки приносят они сами. Но к утреннему капучино это не относится. Очень вкусный джем вот этот, не знаю, с каким-то вареньем, с сыром. Солененьким, сладкий джем. Вообще здесь территория ухоженная и красивая. Всевозможные арки, пальмы, водопады, заплетенные растения. Так, ну вот мы идем с вами на море. Ну, не с вами, а с женой или на море. Сейчас попробуем посмотреть. Там, говорят, черепаха приплывает постоянно, большая. Здесь фреш-бар, он платный. Вороны сидят.
шезлонги здесь уставшие такие, что на пляже, что в бассейне. Но мест хватает. Хотя занимать лучше пораньше, если вы хотите на море. Такой вот здесь песок. Желтый. Хороший, мелкодисперсионный песок. Красивые пальмы. То есть вообще пляж супер. Самое прикольное, я потом покажу, там есть бар еще на пляже, где можно тоже сидеть. Даже вплоть до заката или на закате купаться. Здесь теннисный корт. Ой, теннисный, здесь волейбольная площадка. Ну вот так вот мы здесь расположились. Здесь и бассейн тебе, никого нет. Ну, здесь кто-то занял. Яхты плавают. Вода в море, кстати, очень чистая, никаких там выхлопов я от яхт. Да они просто стоят здесь, паркуются, в общем-то. When you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. По еде на обед. На обед здесь соусы всевозможные, салатики, перчики, оливки вкусные, зеленые. Макароны можно пожарить. Здесь, кстати, какие-то овощные штуки я тоже как-то распробовал. Вот эти вкусные очень булочки в Эритесте. Ну а здесь выпечка. Сейчас стекла. Да? Ну, здесь еще какие-то немножко фруктов. Так, ну вот я взял себе картошечки фри. Рыбу. Рыба здесь, что удивительно, есть всегда. По мясу здесь не особо большой выбор. Иногда курица, иногда мясо, иногда курица, мясо, но рыба есть всегда. Кристинка взяла пиццу, я ее вчера ел, очень тоже вкусная. Хотел взять, но решил. А не обязательно мне воровать картошку. Рыба здесь всегда вкусная. Прям как, смотрите, как прям medium rare прожарка. Если по напиткам, что можно сказать, здесь напитки только чай есть и кофе. А если ты хочешь, то есть ты пиво, так сам не нальешь, ты вызываешь официанта, ну и он сам к тебе подходит. С долларом тут непонятно, как работает, то принесут, то не принесут. Территория зеленая, много пальм, много всяких цветочков, кустиков. Милашки. Thank you.
Они у нас раньше... Тихо. Какие звуки какие. Может быть, вам что-нибудь принесу. Будете себя хорошо вести. Вот основной бассейн, в котором не купался. Уже третий день мы здесь отдыхаем. Глубина 170 сантиметров. То есть нормальная такая глубина для человека. Анимация есть, но слабенькая. И вот здесь еще маленький какой-то, наверное, для детей. 68 сантиметров. Здесь находится детский уголок. Вот тут есть вот где полазить, покачаться. Вроде все функционирует, работает. И вот такие вот качели с утятами. И тоже все работает. Видите, что здесь отличный песок. Отличное море. Получается, здесь попадаются кораллы. Желательно иметь все-таки коралловые, наверное, тапки. Но не обязательно совершенно. Я без них хожу и купаюсь. Вон там находится вдалеке бассейн. Там вообще отличное место. Лучше идите туда. Там можно и в бассейне купаться, и прям попутно в море. Здесь находится отличный, я нигде такого, кстати, не видел, отличный бар. Прямо на пляже. Вот здесь сидите, можете встретить закат спокойно. После заката посидеть. В общем-то, отличное местечко. Ну вот, настало время рассказать, наверное, о минусах, плюсах этого отеля. Начну, пожалуй, с того, что мы приехали. Дали номер, а он таки посредственный, со старой обшарпанной мебелью, с старым таким поломанным душем. Обменяли только на следующий день. Дали два варианта. Либо платный посмотреть, либо бесплатный. Разница была минимальная между платным и бесплатным. Мы выбрали бесплатный. Значит, номер вам придется, скорее всего, поменять. Это первое. Второе, что мне в отеле не понравилось, я сейчас по минусу-то нахожусь, это контингент. Очень много пенсионеров. Просто, ну, наверное, процентов, ну, наверное, 85 люди, то есть 60, 70, 80, 90. Я, конечно, сам уже не молодой, но хочу, чтобы и молодые, и пожилые, как бы в каких-то несколько иных пропорциях. Скажем так, никого сейчас не хочу обидеть, но просто сам факт. Далее, что тут можно отнести к минусам? Это, собственно, ну, питание. То, о чем мы больше всего думаем, когда едем сюда. Никакого выбора интересного такого здесь нет по еде. Макароны, курица, рис. Больше вы тут ничего. По фруктам там вообще зеленая дыня, финики. Зеленая дыня, финики. Выпечка, что на завтрак, что на обед, что на ужин. Однообразных. Официанты. Официанты все... Вот, вспомнил еще минус самый главный. Старые шезлонги, то есть такие уже видавшие виды. Тяжелые, деревянные на пляже. То есть ветром их, конечно, не уносит, но и вы их особо не передвинете. Старые полотенца. Ну, теперь плюс. Плюс, это, как я уже говорил, это доброжелательная атмосфера. Но самый главный плюс этого отеля, это, конечно, его пляж, его море. Такой вот песок. Приходите с утра, встречайте рассвет здесь, хотя бы ночь одну. Встаньте в 6, солнце встает прям там из-за горизонта. Прикольное зрелище. Вот, то есть пляж вот такой вот, пальмочки. Места всегда есть. Вода чистая, прозрачная. Большой плюс. Черепаху вы здесь по-любому увидите. Кто с маской плавает, по-любому у вас все будет здесь просто круто. Не поленитесь поплавать вот под тем понтончиком. Вот вода, прозрачность. Показываю вам вот сейчас 4 вечера. На этом, наверное, будем с вами прощаться. Пишите мне там вопросы, отвечу с удовольствием на них. Пока-пока.